Это новинка, появившаяся в сказочном мире, аккомпанемент песни «Что такое день рождения?» Это чудо, это сказка, это счастье, это радость, это просто что-то необыкновенно прекрасное. Насколько же прекрасна музыка этой песни, насколько она счастливо передает и состояние дельфиненка, и атмосферу морской сказки, и настроение, и вот жизнь самого сказочного героя, она становится все ближе, все яснее, все понятнее. Все дороже. И первое, о чем хотелось бы сказать, какое настроение создает аккомпанемент, когда его слушаешь. Настроение бесконечного счастья, настроение радости жизни. Это удивительно, насколько музыка за несколько минут она способна, ну просто, вот, наверное, на 360 градусов настроение просто поднять, наполнить счастьем. Понимаешь, насколько счастлив этот сказочный герой, когда слушаешь аккомпанемент и смотришь иллюстрации к этой песне. День заветный настает, что такое день рождения. И так сразу становится понятно. Вот сейчас, когда слушала, смотрела, такое открытие, что вот родители дарят дельфиненку возможности новые. Приняв их, дельфиненок тут же, сразу же действует. То есть все дано для того, чтобы можно было подействовать, порадовать друзей. И вот в этом я почувствовала именно то самое счастье, которое наполнит дельфиненок. Вот возможности принятия их и действия. Еще я обратила внимание, что музыка пятого куплета и второго куплета, они одинаковые, слова разные. Но вот эта энергия, которая звучит в пятом куплете, такой деятельности, она меня настолько поразила, удивила, как подсказку, что ли, подарила, что в пятом куплете говорится о верной дружбе, а второй куплет, где тоже такая же мелодия звучит, там говорится о том, а что важно в дружбе. Отношения, действия. Слушая аккомпанемент, вместе со строками песни вначале как бы познаешь, открываешь, а затем, когда попробуешь читать, вот такое чувство, как будто бы прикасаешься вот к самим действиям дельфинка. Как он действует, как он щедр, вот столько открытости в его душе, столько радости, такое все для других действия. Удивительные возможности комплекта, конечно, ощущать и ощущать, знакомиться со сказочным героем, дельфиненком.